Егамова. А фотка есть? Нет, без фотки. Повезло. Повезло. Ну ты рада хоть? Конечно, рада. За победами? За, естественно. Ну, мы сделаем. Ну мы постараемся, конечно. Мы долго к этому шли, готовились. То есть другого у нас желания нет, кроме как победить. Сколько девчонок в команде? Девчонок 12. Плюс еще тренерский состав, скажем, стафы, как их называют наш тренер, это и доктора, и статисты, и тренеры по физподготовке, то есть нас очень много. Массажисты? Массажисты обязательно, да. Массажисты будут дяденьки или тетеньки у вас? Массажист, вот он у нас, мальчик. Молодой человек. Знаете, у нас есть, промолчу, не, у нас прям есть так, такое, так как ляпнуть, афоризм, как-то. Не знаю, как назвать, да, доктор не мужчина, то есть массажиста можно отнести к той же категории, массажист не мужчина. То есть это не какая-то половая, нет, да, такая, нет, история, да. А это профессия? Это профессия массажист женской сборной команды. Ну, приятно. Конечно, конечно. Он такой у нас такой вообще, нам, наверное, каждый позавидует. А может, мы позовем его сюда, массажиста, потому что чуть-чуть он нам расскажет, как Ру! У вас. Иди сюда. Иди сюда. Я не вредный, я скромный. Знаете как, я не злопамятный, просто я злой, и память у меня хорошая. Хорошо. Ну, Катерина Гамова просто. Ты ведь как капитан, да, летишь? Нет. Капитан, вот у нас девушка рыжая в очочках. Девушка рыжая в очочках, вот, подойди, пожалуйста. Вот капитан нашей команды. Иди сюда, капитан. Я вот кроме Кати Тагамовой, наверное, не знаю никого. Марина Шишенина, капитан сборной ЖТО. Расскажите про массажиста вообще. Он хороший массажист, как массажист? Как массажист вообще самый лучший. Просто его уже похвалили как красивого молодого человека, а вот как массажист тебе самому-то как вообще? И как массажиста тоже. Самый лучший. Вы знаете, у кого спрашивать на самом деле. Мне кажется, вообще ты попал в Марину. Вот высокие, прекрасные, спортивные, потянутые дамы, и ты имеешь доступ к телам. Вот непосредственно прям вот. Ну, до высоких, стройных дам я работал с высокими, стройными мужчинами с волейболом. Вот, поэтому как бы у меня есть с чем сравнивать. И на самом деле, как бы свое отработал там. Вероятно, так белое, черное, инь-янь. То есть я философски к этому отношусь. Мамочка, до свидания. Не беспорядок. Как он теперь?